Привет, друзья. Вот я недавно совершенно заметил, что я, когда смотрю какой-то фильм, у меня рефлекс улыбки появляется одновременно с тем, что там показывают. И одновременно с этим у меня в каких-то кадрах, когда идет какая-то, ну, такая грустная ситуация, вдруг у меня грусть наступает, а иногда и слеза появится. Вот такая скупая мужская слеза. Вот такой рефлекс эмоционального сопровождения того, что я вижу. Это первая часть моего наблюдения. Вторая часть. Дело в том, что когда я раньше занимался групповой психотерапией, гипносугестированием и так далее, сидит целый зал, там много людей, там 1000 человек, например, я вот так вот не рефлексировал. Я как-то чувствовал, что мне надо говорить, вопреки тому, что происходит, тем, чтобы поднимать всех и двигать всех в этом направлении. Ну, например, все сидели грустные, а я улавливал. То есть я не поддавался как бы внутренне вот этой рефлексии, что тоже становился грустным. Нет, наоборот, я видел эти точки, на которые опереться и как их поднимать. Да, поэтому у меня хорошо получалось. Вот соединение двух этих начал, вот это перекрестие, когда я одновременно такой эмпатия у меня, такое сопереживание, когда я смотрю что-то, и я так вдруг рефлекторно, эмоционально переживаю. И как-то, ну, это трудно объяснить, но, наверное, вы можете вспомнить, когда у вас бывают такие случаи, когда вдруг вы смотрите, как дети поют, как ангелы, такие голоса, и вдруг слеза появится, умиление, восхищение. Ну, как-то это как рефлекс пробивается. Вот это, ну, там говорят о нейронах зеркальных там и прочее. Может быть, так в мозге там это происходит, что я, когда вижу что-то, я сопровождаю этот процесс, который я наблюдаю, эмоционально. Да, эмоционально сопровождаю. А с другой стороны, когда я с пациентами работаю, или с аудиторией, я как раз-таки нахожу те точки в них, на которых им помочь опереться, и их поднимаю выше того, чем они были, и они поэтому выздоравливают. Одновременно, вот видите, я несколько раз повторяю одну и ту же мысль, потому что она у меня крутится, я ее еще так хорошо не сформулировал, чтобы сразу было понятно. Но вот это женское начало, когда я эмоционально сопровождаю наблюдаемое, а может быть, это душа? Да. И в то же время могу вот как раз-таки быть таким непреклонным, убедительным, и 1000 человек могу повести туда, вот это перекрестие, очень интересное событие. Пожалуйста, напишите мне в комментах, мне очень важно понять и вместе сформулировать, что же это такое в человеке, когда он одновременно, у него и эмпатия такая, отзывчивость, сопереживательность, и в то же время он такой твердый, знает, куда их вести, уверенный, и находит те точки. А может, потому и находит, а может, потому он и чувствует. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Мне очень интересно.